бояться теперь нечего. Я знала, что ты придешь, как и обещал. Я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Кой сказал, что проведет нас к челноку. Ты там? На нас напали. Кендра исчезла. Только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G-терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими помехами связь бесполезна. Thank you.
обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но не я. Обелиск — великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс, чем серьезнее ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит. Юргенс внял моим уговорам и показал записи с колонии. То, что я увидел, было восхитительно, потрясающе. Шахтеры превращались во что-то невероятное. Я должен узнать больше. Ученый во мне желает открыть этот секрет, хотя верующий стремится целиком отдаться этому чуду. Мне нужен для исследования один из этих некроморфов —
Я должен увидеть все стадии развития вируса. Возможно, этот пациент из колонии... Запросто прожжет эту баррикаду. Использую электроподушку как детонатор. Надеюсь, я смогу удержаться здесь. Я слышу, как сюда движется что-то большое.
внизу вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истины все это время? Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься в колонию. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса! Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже кампании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Но я верю. А Питеренс, веришь? Скажи. В разных отсеках Ишимура можно настроить разную силу тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются. Зона гравитации.
Отлично. Ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо. Я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Айзек. Зона невесомости. Гравитации. Thank you.
ты прорвался. Отсюда ты доберешься до морга. Помни, коды находятся на теле капитана. Говорит старший медик Николь Бреннан. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже. На стол его. Сестра, держите крепче. Господи. Конец записи. Это была Николь, да? Отсюда я не могу понять, когда сделали запись. Уверен, она где-то рядом. Имя Эллен Фиск, я только что проснулась, а вокруг никого нет. Я не знаю, что происходит. Почему они все ушли? Попробуй найти хоть кого-то. Если вы меня слышите, пожалуйста, заберите меня отсюда. Я слышу, как что-то скребется за стеной. Эй? Кто здесь? Вы доктор? Почему все... Погодите. Я знаю вас. Вы Гаррис, заключенный из колонии. Вы убили ту медсестру. Помогите. Кто-нибудь, помогите мне. Умоляю. Thank you.
Thank you.